Швейцарские, алтайские, советские и зеленодольские сыры производят в селе Зеленый Дол Петропавловского района. В этом году предприятие закупило оборудование на 300 миллионов рублей, 35 из которых выделили из федерального бюджета. Прямо сейчас мы свяжемся с моей коллегой Дарьей Коншиной. Дарья, вы в эфире. Какая техника появилась на предприятии? Одно из крупных предприятий в Алтайском крае расположилось в селе Зеленый Дол Петропавловского района. И в этом году здесь значительно обновили технику. Подробнее о том, как новое оборудование помогает в производстве, расскажет руководитель предприятия Никифоров Владимир Иванович. Владимир Иванович, здравствуйте. Расскажите сначала, какое оборудование закупили? Мы ежегодно обновляем оборудование, и животноводческое оборудование, охладители берем, значит, и другое. Транспортеры, кормораздатчики. И особо внимание уделяем кормозаготовкам. Поэтому и прежние годы, и особенно вот последние в этом году мы закупили измельчители мощные импортного производства. Поэтому в этом году проблем с заготовкой не было абсолютно. Надо только подавать транспорт. Вы видите, какой качественный корм заготовленный. А говорят, есть такое выражение: молоко у коровы на языке. Вот мы этого придерживаемся. Кроме силоса, сенажа, сена, соломы, мы даем в рацион корове, значит, различные примиксы, значит, добавки. Выращиваем кукурузу на пасту, и корова имеет возможность получать полнорационный корм. Владимир Иванович, мы я также знаю, построили, также построили современный комбикормовый завод, где на компьютере компьютер уже распределяет все компоненты, которые нужны корове. Я знаю, что вы из коровьего молока производите какой-то необычный сыр элитных сортов, да? Вот об этом расскажем. Ну, само по себе вот корова симментальской породы, она дает качественное молоко, сыропригодное молоко. У нас своя переработка, поэтому все молоко, значит, мы перерабатываем на своих заводах, выпускаем сыры такого элитного класса. Это швейцарский сыр, зеленодольский, алтайский, советский, горный, ну и маложирные сыры. Сыры наши всегда занимают призовые места на всех выставках. Ну и вы сами можете посмотреть, будем на заводе, посмотрите, оцените их качество. Если раньше как-то были проблемы с реализацией, то вот в этом году, в прошлом году и годом раньше, значит, у нас нет абсолютно проблем с реализацией. Сыр у нас на расхват, и мы только-только вот созреет, мы его сразу из подвала продаем оптовым, увозим, продаем оптовым покупателям. Все, спасибо, Владимир Иванович. Но у меня на этом все, я передаю слово коллегам в студию.